Дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Многие подписчики нам давно писали, пожалуйста, сделайте обзор детского какого-нибудь магазина игрушек. Потому что Лего, допустим, нету, и все равно есть какие-то игрушки, которые у вас, допустим, в России или в другой стране не продаются, а в Турции есть. Поэтому мы решили для разнообразия снять для вас обзор магазина «Арман». Это один из самых больших магазинов игрушек в Анталии, ну вообще в Турции. Находится он в Террасити на последнем этаже. И сейчас вам покажем, что можно здесь приобрести. Лего выбор, в принципе, хороший. Его мы начнем. Вот такие вот, покажи все различные, это новые какие-то вообще игры. Я даже не знаю, что за черепа, какие-то Rain Bookworms. Стоят они дорого, но я даже не знаю, что там внутри. Ну возьми в руку, посмотрим вот этого, это чуть розового. Это 499 лир, не знаю, что это. Разговариваю. Ее можно купать, расчесывать. Это какое-то животное, типа собачка или зайчик. Тут у нее есть всякие разные штучки. Вот. Слушай, по-моему, у Тани у малых такого плана была игрушка в том потом году. Вот какой-то побольше набор, 1350. 10 сюрпризов написано. Да, да, тут можно мыть, что-то с ними там, какие-то загадки шить, загадывать, сушить. Полотенчика это, походу. Это можно одежду шить или туда складывать, я не понимаю, очень что классная это шить. Штука. Типа, и сколько стоит? Сколько? 1340. Это уже нормальное. А вот это я не знаю, что. Вот это какая-то новая тема. Нету цены на нее. 3+. Тут что-то внутри тоже. Разговаривает. Какое-то животное, походу. Желейное что-то. Сладкий сюрприз. На Новый год. А, вот цена 1400. А для мальчика, для пацанов, походу, какой-то череп. Есть череп. С динозавром. Да, выглядит, конечно, оно страшновато. Тут тоже, наверное, что-то делают. Не знаю, что оно делается, но оно давай открывается. Давай, с обратной стороны покажем. На английском написано. Череп раскрывается. Там, видимо, какие-то золото, сокровища у него, драконы, динозавры. На глаз что-то нажимаешь, да, он говорит. Ну, я думаю, что они упаковали, она такая большая, а внутри, по факту, наверное, вот, особо ничего нету. Штуковина еще. 3000 это волшебная тоже лампа с той Аладдина же серии. Magic Mix, ну это типа кувшин, да? С той же серии игрушек. Волшебный. Угу. Смотри, Гарри Поттер серия. Кто коллекционирует и любит Гарри Поттера? Да, какие 780 лир. Есть по одной такой куколке. Покажи поближе. Вот одна, вот три в наборе. Цена, вы видите. Вот два, вот с Гарри Поттером. Вот это вот что? 525. Не знаю, что это. Это шарик, наверное, гоняет, типа игра. Наверное. Да, ага. Какого-то что-то. Ну, короче, плана для мозгов. Так, а вот это, тут уже идут побольше куколки. 379. Наверное, типа настольные игры. Что-то, да? Это, да, 1000 почти лир. Замок. Это дом. Дом, 959 лир. Вот эти герои. Несколько их есть. Это, наверное, пазл или что это? Наверное, а, это замок. Нет, это замок из бумаги. Из бумаги собирать. Угу. 3D-пазл. Угу. Есть разные для развития варианты. Вот тут что? Тоже какие-то карточки, сокровища. В общем, чего здесь только нет. Палочка Гарри Поттера с оленем. Ну, для деток постарше, кто уже читает, да, книги, смотрел фильмы. Что-то оно, он что-то делает с оленем. Ты палочкой там что-то вводишь, и он во что-то превращается. Можно в Ютубе все про посмотреть, что для чего. Но на самом деле дети, наши больше знают. О, смотри. Цена, видели? 2250. Совушка. Ну, волшебная. Сейчас все так стоит. Ну, игрушки нынче, да, они всегда стоили. Очень дорогие. Вот такие всякие различные собачки. Которых можно выгуливать на поводке, там кнопочки все различные называют, он песенки поет. Вот повыше есть другие. Лошадки, собачки, кошечки. Ну, что дальше? Тут тоже продолжается зоопарк. Говорящие животные все различные. Ну, я только вот не знаю, на каком языке они говорят. Если ты не можешь взять домашнего питомца, настоящего, да, домой,
Возьми игрушечного. 2, ой, смотри, какой 650. Красивый. Он очень красивый, как настоящий медведь такой. Сделали же, да, смотри, какая мордочка. Огромный. И сколько он стоит, эта мишка? 2650. 2650. Так, пойдем дальше. К Лего. Вот. А, вот эти очень прикольные игры. Развивающие. Для развития, да, конструкторы, да? Деятельности. Металлические. Да. Тут какие-то тесты, опыты можно проводить. Есть побольше, поменьше. Ну все, можно посмотреть опять-таки в Ютубе. Да, скоро Новый год. И нужно задуматься уже, что дарить детям. Тут, кстати, есть на русском языке. Здорово. 8-99 лет. Это игры для этого возраста. При помощи системы треков ты сможешь построить свои собственные конструкции, свободно пользуясь строительными блоками. Короче, что-то можно строить прикольное. А возраст указан? 8-99. То есть до 100 лет, что ли? Да. Интересно. Только не живут. Так. Давай покажем Лего. Есть для малышей Лего. Да, это для маленькой группы. Годик, полтора, два, три. Лего Сити 6 плюс 450. Вот у каждого Лего есть свой номер. Номер, артикул, как правильно сказать, код, по которому можно найти в интернете. Лего Горка 849, 7 плюс. Аватар, это новое Лего, стоит оно 2500. Огромнейший, да? Прям. Ну, красиво очень. Аватар. Аватар, смотри, поменьше 1800. Будешь его неделю аватар собирать. Это 5 плюс 315. Есть поменьше за 300. А вот тема многих деток. Ой, сейчас. Это наша это тема. Наши расскажи. Детки играют. Мы это знаем, вот Марио. Это мы знаем. Есть лужи, есть Марио. У нас детки этим болеют, 7 плюс. Есть, скачивать можно приложение. Вот это первое, что нужно купить, это вот такую вот, вот такой набор Лего. Это здесь главный, есть одну лужу, есть Марио, зелененький или красный. Все знают, кто такой Марио. Это игра такая, да. Там прям музыка такая, как он, из приставки. Да, он музыка, у него есть, он может спит, спать, храпит. Да. И потом, когда вы строите вот это все Лего, вы им играете, и он там собирает баллы всякие, монетки, цветочки, ну, в принципе, все как в игре. Можно скачать приложение в телефон и там по приложению собирать. Очень интересно, у меня прям сыну очень нравится. И к нему вот разные потом пристройки. То есть Лего становится огромным, и тут можно докупать. Ты знаешь, потом детям, вот моему ребенку, допустим, ему тоже все нравится. 500. Буквально 1-2 дня, и все. Вот этот Лего у нас лежит. У Ксюши Мерт играет, хочет ему вторую, нравится, третью серию дальше, да, продолжать. Оно же все присоединяется друг к другу, да? Да, вот лужи, вот этот вот. Лужа, да, 1000? 1000 стоит. Дай-ка дальше идет. О, скидка. 700. Подари на день рождения ему. Давай мы подарим. Так у него же есть красный. Есть такой? Вот. И можно докупать потом всяких разных героев, вот таких маленьких, 150. Они тоже там такие тоже разговаривающие? Нет. Нет. Это просто, когда ты играешь, ходишь этим лужи, оно потом тоже собирает всякие монетки. Хорошо. Вот Гарри Поттер серия, тоже Лего. Стоимость какая? 7 плюс 3, 400. 400 лир. Креатор 3 в одном. 7 плюс. Jurassic World. Классный тоже такой, для более постарше деток. Эльза 14 плюс. И сколько такая Эльза? Вообще не вижу. Там 3 на самом верху 3 с чем-то. Ну типа как Аватара. Да, смотри, какое-то новое. Буст. Сейчас все почти Лего стали через приложение собираться. То есть вы скачиваете приложение, и там по приложению вам показывается, какую детальку куда вставить, и это очень-очень удобно. Для родителей. Ну, мне кажется, что дети желательно бы сами головушкой думали и складывали по бумажке. Нет, детям тоже там все объясняется нормально. Ну, допустим, для маленьких так еще хорошо. Такого плана. Вот это классический. А вот это что я такое не видела? Это что? 4 плюс, не знаю, это какие-то машинки, видишь, здесь строят. Их сейчас вообще огромное количество. Посмотри на эту машину. Ламборджини. Посмотри. В один голос. О, оно реально тяжелое. Стоимость 7500. Ну, а это пластик? Да, из пластика строится? Ну, Лего. Ну, по ходу дела. Из всех этих запчастей.
Вот это 18+, чтобы ты понимала. Вот то есть это уже игрушки для взрослых, да. Я поняла. Это, кстати, покупают для своих каналов. А вот есть 10+, допустим, такого плана. Бэтмен серия. 1600. 1600. 11+. Вот поменьше, побольше 3. Волт. Map. Это какой-то. Пазлы, наверное. Мозаика. Мозаика. 18+ тоже. 4200. Нехило так мозаика стоит. Да. Раньше в нашем детстве пластмассовые были, ничего, играли как-то. PlayStation полцены, блин. Четвертый. 800. Трактор 8+ какой-то. 500 лир. А смотри еще, вот внизу большое какое. Тоже 18+. 18+, это танк какой-то, я даже не Бэтмена. Знаю, что это. Написано, что 2049 деталей. 4500. А это город тоже, да? Это железная город. Дорога. 6-12, 3200. 3200. Прикольно. А тут уже, да, не Лего, это, не это уже китайский. Ну, они, конечно, качество плохое, делать очень сложно. Вообще, можно голову сломать. Ни и схемы, всегда, ни инструкции, ничего и нет. Не всегда есть все детали в наличии. Бывает такое, что одной-две детали, а нужной детали, к сожалению, нету. Пойдем. Разные. Но они все, скорее всего, говорят на турецком. Она еще должна плакать, по идее. Ничего не плачет. Пойдем дальше. Ну, тут у нас уголок для... О, давай Барби покажем. Вот тут все мальчики-мальчики, для девочек тоже. Тут целая серия Барби. Дом для Барби, машина для Барби, кухня Барби. Чего здесь только нет. Мы тут как-то ходили, выбирали подарок. У нас тут глаза разбежались, мы не знали, что купить. 850. Вот такой домик. Есть домик побольше. Он стоит 2200. 3+. Это, наверное, он. А, это он в разложенном виде, скорее да. Скорее всего. Ну, хотя немножко здесь на фотографии другое. Ну, это просто, да, как гардеробная, кухня или что это? Да, это кухня. Плюс гардеробная, ванная. И потом еще сюда плюс аксессуары нужны, кукла нужна. Плюс, наверное, сюда еще нужно зал. 3+1 сделать квартиру, виллу трехэтажную. Ну, машина для Барби, Кен. Да. Ну вот, машина вот сразу прилагается. Вот гардеробная, скорее всего. Угу. Сколько стоит? 579, типа со скидкой. Дешевле, чем Лего, могу сказать. 899, вот такая. Бассейны, эти различные, 300. Вот шкаф. Мы тогда подарили, как помнишь, с животными. А мы как ветеринарку. Ветеринарный врач. Угу, с вешалочками даже. Я тоже хочу такой домой гардероб. Настоящий. И сейчас 1000000 Барби. Всеразличных. И сколько вот Барби стоит одна? 390. 390. Поближе покажу. Они такие классные. Раньше в наше время тоже ноги гнулись, руки гнулись. А это такая... Но столько всего не было. Страшненькая какая-то немножко. Сейчас и негры есть, и китайцы и есть. И беременные куклы и... есть. Представляешь, психика ребенка, да, с беременной куклой. У нас была беременная кукла, у нее живот отстегивал, открывался, там была лялечка маленькая, закрывался. Все как надо. Такие есть. Певица, спортсменка, русалка. Русалок, кстати, много видов есть. Есть, кстати, Барби некоторые, которые меняют цвет волос. Вот это вот она, кстати. При температуре холодной там оно что-то становится одного цвета, при теплой другого цвета. Угу. Ну вот. Что, дальше и идем? С этой стороны тоже у нас 1000000 всяких шкафов. Хм. Это уже не Барби, это уже более эконом-вариант. Алиса. Ну вот, Алиса. 300 лир зато. Тоже вот вам гардероб. Сэкономить и подарить. Вот Алиса. В стране чудес. Да. Да, это гардеробная. Вот даже прям по 189 лир можно найти, написано. Пойдем дальше. Нужно на самом деле на сайте отслеживать. И скидки искать. Давай пойдем. Костюмы, кстати. Есть прикольные костюмы, сейчас вам еще покажем их вкратце. Помимо игрушек есть здесь прикольные костюмы на девочек и на мальчиков. Всякие разные. Новогодние. Стоимость
стоимость 200 лир, 300 лир, 400 лир. На сайте Арман можно все костюмы посмотреть. Есть на утренник. Принцессы, Барби всякие. Там супермены, спайдермены, халки. Да. На Новый год. Покажи для мальчиков тоже. Давай. Наши дети очень любят. Флэш. Да, у них... это не флэш, это... Кто это? Трансформер. Это трансформер. Не помню, какой это. Или адвенчер, как он там называется. Да. Спайдермен есть такой. Серёжа потеряется один. Герои в масках. Ну, в принципе, остальное все уже... Для девочек. Платья разные. Это Золушка, наверное. Вот. Ну, вкратце показали. Пойдемте посмотрим сейчас игры настольные. Нет, я предлагаю настольные игры не показывать. Они на турецком, а покажем машинки на пульте управления. Пистолеты все различные. И вот зонтики. Покажи зонтики. Вот этот мне понравился. Ну, на моем сделай, я возьму Арсель. Это чехол. Он открывается. Чик. Чехол, наконечник наверху остается. Очень удобно, практично. У нас такой тоже был. Берем. Пойдем. Огромное количество. Мальчишки любят все различные пистолеты. Обязательно надо показать. Нерф, нерф, как правильно. Серия огромная просто. Вот. Давайте поближе покажу. Цены 750 тысяч. Ну, это такие большие. Вот обычно чуть поменьше стоит. 550. Это водой брызгается. Угу. 219. Ну, у меня у Мерта такие есть, он не играет, например. Дракон какая-то 500. Серия. 850. Обалдеть. Чего только нет. Да, давай лучше машинки. Покажем что-нибудь лучше, пусть машинки. Да, я его видел. Вот такие дроны. Прикольные. 1200. 1200. Более профессиональные наверху. Три. Машинки. 350. А сейчас слышно? А ну-ка, пойдем. Обойдем с другой стороны. Маленькие машинки на пульте управления, допустим. Полицейская, 100 лир. Показываю. 700 лир такая, наверху разноцветная. Вот 390. Джипы все различные, 600. Монстр траки, да? Да, монстр трак, 1140. Какая-то космическая машина. 1200 в двух цветах есть. 750. Такие машинки интересные. Это что-то... Это складывается, летает, походу. Это катается, да, машинка ездит, превращает. Трансформер. Да. Она и катается как шарик, получается. И как машина едет с пультом. На пульте управления. Вот, смотри, мягкие игрушки, как в Икее рыбки. Вот еще куча машинок. Ассортимент весь можете на сайте официально выбрать. 125, 100. Игрушек, да, здесь много. Мягкие, а еще игрушечки. Есть, смотри, какой большой белый медведь. Мишка. 1400 лир стоит. Он, наверное, с меня ростом. Еще Hot Wheels хотела показать. Да, вот эти вот всякие новые. Вот этих машины. Не было, я не видела. Последние. Это на пульте тоже, да? И сколько стоит? 1300. Ну да, 12 плюс это. 400 лир поменьше. Такого плана акула есть большая. У них из пенопласта сделаны колеса. Ну, куда? Где хранить такое? 1300. 980. Вот Hot Wheels. Monster Truck. Есть разные там всякие. Нам надарили на день рождения. Мой фанат Hot Wheels, он коллекционировал в свое время. Это... резиновые игрушки, которые страшные. Тянутся, да, тоже. Тут новая какая-то коллекция появилась. А, вот, нет, это она, да. У нас был 850. Такой, наподобие. 850 лет, за что? Так он еще есть музыка, да? Разговаривает, что-то делает, да. Ну,
Мне это не понять. У нас был такой наподобие. Мы вместе, кстати, с тобой покупали. Вот Hot Wheels здесь, прямо. Маленькие. Гараж это или что? Для машины, скорее всего. Горки все различные. У нас такая. У нас такая. У нас тоже такая есть. Вот у нас колесо вот это. 479 лир стоит. У нас такая 450, похожая, не такая, чуть другая. Такая у нас есть. У нас Hot Wheels-овских машин больше 100, маленьких вот таких вот. Ну, они, кстати, относительно недорого стоят. Да, 20 литров. Угу. Одну штучку там иногда в подарок ребенку можно. Марк просил последний раз вот такое. 520 лир Марио Горка. Какая-то новая серия Hot Wheels-овская. И последнее, я хотела показать вот эти штучки, очень, кстати, популярные. Мэр такой хочет себе на день рождения, но двойную, но я двойную не нашла, я не знаю, как оно. Надо. Надо называется. Это в юны? 350. Как юла. Да. Вот он себе хочет двойную, но двойной нигде нету. 200 стоит. Вот. Ну, в принципе, выбор огромный. Марвел. Дорогие друзья, если что-то хотите подарить своим деткам на день рождения, Новый год или еще на любой другой праздник, и хотите приобрести у нас, пишите нам, с удовольствием поможем вам выкупить доставки. Лера и Ксюша, пока-пока!